Всем привет! Обзор мобильного телефона Sigma Mobile Comfort 50 Elegance 3. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Мобильный телефон поддерживает функцию Sima Assistant. Вот это дистанционное управление с приложения на Android или iOS. Так, давайте посмотрим на комплектацию. Так. В красном цвете мобильный телефон. В комплекте у него будет идти батарейка отдельно. Дальше кабель microUSB для подключения компьютера зарядки, адаптер, наушники будут идти в комплекте, вот, и документация. Вот это пакетик от батареи, батарея уже в мобильном телефоне. Так, хорошо. Закрываем. Транспортировочная пленка, это на дисплее. Сразу тут нам о функции Sima сообщают. Такой вот мобильник. Красивый, приятный цвет красный. Сзади камера, прорезь для динамика. Спереди клавиатура, кнопки. Диагональ дисплея 2,8 дюйма. TFT дисплей 240 на 320 точек. Корпус пластиковый, задняя крышка у него съемная. Батарейка 1600 мАч. Так, снимем заднюю крышку. Тут два слота для сим-карточек и слот для microSD карточки. Так, сейчас снимем. Так, тут для симки и для microSD карточки слот, также слот для второй симки тут тоже есть. Вот. Sima Assistant работает только с симкой и только с картой памяти. Разблокируем. Вот такое самое простое меню с большими иконками, сразу понятно, где что. Джойстик только вверх-вниз и окей. То есть минимум функционала, то есть для простоты все сделано. И это правильно, да? Так, SOS, инструменты, настройки, пункты в настройках, все большим текстом. Инструменты, фонарик, включить. Фонарик нормальный, яркий, выключить. Вот для Sima Assistant я вот сейчас возьму смартфон на Android. Так. Не на том смартфоне, вот на этом смартфоне у нас Sima Assistant. Мы переходим, мы создаем тут группу и добавляем имей нашего мобильного телефона в эту группу, и оно сразу связывается с этим мобильным телефоном. Вот мы переходим, это уже вот связанная пара, то есть появляется, мы называем наш мобильный телефон, вводим его имей, называем, он появляется здесь, мы в него заходим, и открывается диалог с этим мобильным телефоном, то есть мы можем что-то или записать голосовое сообщение, или написать любое сообщение, отправить. Вот, и оно сразу появится на мобильном телефоне тут. Вот, сразу читается. Вот, входящее сообщение вот этого номера телефона, там, грубо говоря. Так, также мы можем добавить контакт на этот мобильный телефон, любой из своих контактов, или добавить. Также можем посмотреть местонахождение, оно чуть-чуть не точно показывает, но вот в радиусе, да, там нескольких сот метров оно показывает точно. То есть тут оно не точно показывает, но как бы примерно точно текущее местонахождение. Вот, в общем, такая вот программка. Работает нормально, что на айфоне, что на Android. То есть все работает, контакты отправляются, местонахождение смотрится, диалоги, голосовые сообщения. Работает. Так, хорошо. Такой вот мобильный телефон с хорошей автономностью, симпатичный на внешний вид, большие кнопки, удобное меню, то есть простое, самое простое, удобное меню. И с такой вот, да, функцией, то есть для бабушки, там, дедушки, можете добавить сами на своем мобильном телефоне, на своем смартфоне все контакты, вот, и сразу писать, эти сообщения будут приходить на мобильный телефон.
Хорошо, на этом все. Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на канал Максимобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!